соответственно, на поверхность не обожжённую. Только у меня не будет сразу эффект. Мне придется в печку потом поставить. So the effect will not be right today. It will be later. But if you have latex with the squeezy bottle with the nostril, yeah, nostril, then you go on making your design. This is a good way also to entertain children. They like to be spontaneous artists and to get great result. Разных способов и разных материалов мы наносили просто ангоб и ангоб. Можно глазурь, можно под глазурку, чтобы теперь этот рисунок вытащить. Наоборот, и он останется светлым. Тогда как если мы используем эту технику для раку, то у нас будут контрастные черные линии, когда мы снимем резинку. Also, it can be brushed, and it still can be outlined with the sleep. So whatever works for us is good. Давай. А что пузыречки-то? Вот здесь? Это ангоб. Это ангоб, это черный ангоб. Black ангоб. And blue ангоб. So if you want some, если вы хотите прозрачные какие-то движения, то спонж должен быть чуть суше и понятно все. Я начинаю набирать темненькое в середине, да? Потому что вот эта глазурь гораздо темнее. Потом я становлюсь немного смелее. Better if I would have paper, but I didn't bring. You won't. Afraid. I also use... Тогда намешано. А тут у меня просто пигмент. А, понятно. Я так же, как и Хасан, as well as Хасан, I mean, I also use the tape, masking tape. И разных силуэтов, если мне не лень, спонжики, которые работают как сухая кисть, если хорошо разогнаться. The idea is to somehow get enough color to highlight the picture and little bit liquid, but I'll try. Продолжу со спонжиком. Более безопасно. Как из спонжика делать сложную форму для тампонады? Вот из этого? Да. Путем вырезания ножницами. Есть вариант очень интересный. Можно сложную форму делать, если вы немножко намочили, поставили его в морозилку. Ух ты! Потом берите и режьте из него сложную форму. Hello, and what I want is a bit white. Чуть-чуть проглядывать. Because I don't need the contrast outside too much. The back side I'll need to wash. Sorry, I'm a little bit faster than I usually work, so the result might not be. Когда мы работали с детьми, когда и пробовали разные, когда я им предлагаю цвет набирать медленно из разных, то это выглядит более натурально, более естественно и как-то красивее, что ли. Ну понятно. Просто какие-то страшные пятна. Да-да, пятна какие-то более осмысленные и им самим больше нравятся. Ну ладно. Last layer of blues. Красота, okay. Все равно. Это можно использовать как на обожженном, так и на необожженном. Если вы делаете это перед самым первым обжигом, у вас больше возможностей потом добавить что-то, когда вы уже видите свой первый результат. So, wow. Mm-hmm. Mm-hmm. Можно, so, wow. Можно отдирать. Bye. А вон там. А что было в пульверизаторе? Окей, this is the most funny moment, and people like it most. Shooting. Уже красиво. Еще так быстро. Он тянется еще. Это резерв? Ну, латекс. И вот латекс присел хорошо, тогда как... Скотч, как обычно, не очень.
Это был наезд. Лучше, конечно, все латексом тогда рисовать. Если кто не понял. Не, ну да. Просто нет, надо поверхность. Чем она ровнее, тем он лучше сядет. А, ну да. This is for normal firing. Yeah. So the body color will remain as it is, a little darker maybe, and the glaze will take its place. Yes, that's why we use darker glazes and inks. And if it would be Foraco, then I would have to work with light versions of glazes because the lines will become black. Yeah, because the lines will become black. So you see it and carefully remove